Выступая в новом для себя виде спорта жим штанги лежа в софт-экипировке, он легко пожал штангу весом 130 килограммов. Сумев пожать этот вес в своей возрастной группе и весовой категории, Николай Емельянов занял первое место и установил рекорд Сибири в этой номинации. Выступая в номинации «Подъем штанги на бицепс», Николай Емельянов также сумел поднять штангу весом в 42,5 килограмма, что тоже принесло победу на этом кубке нашему земляку.